Я рад приветствовать вас в нашем ресторане «Чайка». Я как шеф-повар сегодня решил выйти и вас поприветствовать. Выйти не просто так, а что-то вам, наверное, приготовить особенного. Ну, кулинарии уже, наверное, сильно не удивишь. Я думаю, что если вы меня... Можно, да? Вот там девушка просит, спойте. Но я боюсь, что сейчас у вас... Вам придется затыкать уши после... Нет? Не знаете? Но я прошу тогда, если можно, все уберите из рук острые предметы, ради бога, на всякий случай. А, я, так же, как и многие из вас, наверное, больше пою в караоке. Можно мне вот... Что это такое? Это как называется? Ага. Я, как многие из вас, больше пою в караоке, поэтому, если вы меня поддержите, мне будет более спокойно. И... Я вам там скачанный минус давал, который... Я знаю только две песни. Одна неприличная, другая вот... Нет, Seven — это не я. Seven — это то, что сейчас. Вот. Поддержите, пожалуйста. Я очень... Ну, 3 года музыкальной школы, что есть. Суждено, нигде не светит мне родное окно. Don't you ever say I'm sorry.
Shit!